Телеканал КРТ представляє. Они создают никому неизвестный канал, в который нужно вливать очень много бюджетных и грантовских денег, но они не меняют, по большому счету, риторику, не вводят цензуру на унижение жителей Донбасса на всех остальных национальных телеканалах. То есть, понимаете, да, это такой тонкий ручеек, который никто смотреть не будет. А ты его видел? Так вот в чем суть. Я видел. Я тоже его видел. Там это просто жуть. Там я знал, там, ну, Мацука, другие выступают. Это, да. Это смех и слезы. Поэтому, я тоже в чем суть политики Киева, повторюсь, Александр. Риторика осталась той же на национальных каналах. То есть негативная по отношению к жителям неподконтрольных территорий. Дальше. Создан телеканал, выделены деньги. Непонятно куда, непонятно на что. И очевидно, что он не взлетит, ну, условно, этот телеканал, и не зайдет. И, а у других телеканалов пытаются отобрать лицензию. И об этом, то есть в том числе и на телеканале КРТ, который нам любезно, бесплатно, подчеркиваю, предоставил эту площадку. И об этой конкретной ситуации, я думаю, лучше всего расскажет именно Василец Дмитрий. Да, я думаю, что про это обязательно надо рассказать, потому что мы вот особо публичности не придавали те вот процессы, которые происходили в отношении телеканала от так называемой Украинской национальной рады по телерадиовещанию. И что интересно, что действительно, если вот брать вот объективную ситуацию, с 23 числа этого месяца, буквально через там полторы-две недели, уже зрители не смогут увидеть телеканал КРТ в спутнике, в эфире, потому что Национальная Рада сделала все от себя зависящее, назначила 5 внеплановых проверок, вот эти документы. У меня, я специально их взял, распечатал, чтобы просто вот вам рассказать конкретно, какая формулировка вот этих вот неплановых проверок, на основании которых просто не продляют лицензию. Я хочу вам сказать, что канал нормально работал 17 лет. 17 лет телеканала, все было хорошо, потому что там были разные программы, разные коллективы, разные люди. Но если мы вот берем конкретику, этот телеканал дает площадку всем. У нас есть условно и парохоботы, приходили даже и соросята, которые это самое в студии рассказывали, что медреформа Супрун – это хорошо. И я с ними откровенно спорил и приводил аргументы, что они где-то в космической и другой реальности живут. Даже вот эти негодяи, которые это самое, да, с пониженной социальной ответственностью, но суть не в этом. Но также мы предоставляли площадку, чтобы там выступали нормальные люди. Там выступали абсолютно практически вот все, кто имел желание выразить свою позицию. И это, оказывается, вот стала основная причина закрытия. Вот у нас есть свобода слова, но я его просто хочу зачитать сейчас и вот зрителям просто формулировки, чтобы вы просто оценили уровень цинизма вот этих чертей, я их по-другому назвать не могу, это моя точка зрения. А потом которые, он удивляется, почему забирают лицензию. Так вот, подождите, я вот прочитаю просто вот. Валентин Гайдай. Это мне конкретно вот пометили даже Насрада тем самым выделенным текстом, конкретно за что, за какие формулировки, вот такие претензии политолог, к телеканалу, условно. Которые привели к условно кстати, он бывает непродлению лицензии. Знаю, да. Что интересно, что вот. Але ж ви бачите, каталізатором і першопричиною все ж таки був Майдан. Все почалося з 2-6 років назад. Почалося, а не з Криму і Донбасу. Це вже потім, як наслідок. Тобто політолог виразив свою точку зрення, що всі вот эти негативні причини почалися з Майдана. И так это... Майдан был раньше. Я говорю... Временной отрезок. Они спорят правильно, с Богом правильно. Или что? Так я говорю о том, что эта формулировка ставится в укор нашему телеканалу. Если мы пойдем дальше, что интересно. Это вот просто я хочу, чтобы это было достоянием общественности, гласности. Вот обратите внимание. Это вот Евгений Фелендаш, наш соратник, тоже вот выступал. Да, это показывает, что те, кто это делал на протяжении 5 с лишним лет, и те, кто сейчас пытается продолжать этот курс, они ассоциируют себя в событиях Великой Отечественной войны не с победителями, не с Красной Армией, партизанами, подпольщиками, а с проигравшими. С теми, кто был в обозе у Гитлера, кто так или иначе помогал нацистам немецким. Кто, собственно, по взглядам был нацистами тогда? Только украинскими нацистами. И именно с ними, с теми, кто не освобождал Украину, а наоборот воевал по одну сторону окопов с вермахтом, нам вот заставляют мириться. То есть это а вот, цитата Фелендаша, который вот выступал у нас на телеканале. Это гость, это не ведущий.
И это телеканалу ставят в укор, что он, оказывается, не имел права этого говорить. А что вы должны и... были запикать? Я прошу прощения, просто мне эта вся абсурдная ситуация возмущает. Егор, его должны были тапком не выкинуть, сказать, сволочь, пойди вон отсюда. Не, но есть же рецепты. Вот палка. Да, вот берешь палкой и как бы по горбу. Кстати, я в суд подавал. Мне сказали, что палкой по горбу – это оценочное суждение. Верховный суд сказал. Так что, зрители, если вы кем-то недовольны из чиновников, есть у меня решение суда. Не, вот плюс стакан есть у вас, есть замечательный стакан с водой. Вот должны были человека забрызгать водой. Ну, так, наверное.